А с открытыми глазами не было? Че, как у нас магазины все по 5. Короче, брала уже все, что неправильно лежало. Это ты заблудилась. Я не заблудилась. В секонде таких не найдешь. Это не тряпочка, смотри, какая красивая. О, ну, у нас... 2 литра пива. Нормальный мужик взял бы пиво и рыб на эти деньги. У нас полосатенький их уже набор. А это что, кольчуга? Кофточка классная. 2 бутылки водки. Всем привет! Покажем, что мы накупили в Польше на отдыхе. Это полный наш комплект, первое. Это не полный. Что мы показывали, где мы напали на магазины в Закопане. Это только вещи. Обнесли их, а потом поехали в Краков и увидели, что там, оказывается, магазины еще лучше, еще больше выбор есть. Да, и мы так немножко скупились. По ссылке 40-минутное видео, где я снимал и показывал ассортимент, тот, что мог вам показать, и цены. Да, ссылку оставляю, переходите, там просто без слов музыкальное видео, показываю товары и стоимость. В злотых переводите по курсу. Кто в рубли, кто в гривны, кому что интересно. Сейчас Светлана просто хочет показать то, я что... Чуть-чуть по ценам там примерно я буду округлять. Я не буду до копеечки цены прям. Половину вещей мы, в принципе, тоже по ссылочке видео, да, вот то, что в Закопанной мы покупали, то, я думаю, повторяться не будем. Куртки мы купили там, жилетку. Или жилетку, нет, жилетку мы уже там покупали. Там, по-моему, да, мы, да, мы рассказывали. Вот, джинсы мы купили, джинсы классные, уже таскала. Вот, получается, ну так, повторюсь, вот эти по 60 злотых джинсы, вот эти одни были там чуть подороже, 139. Эти попали со скидками. Тоже кепку покупали, тоже это Закопаны, там да. Видео есть, цены там рассказывали. Шапочка, это тоже все оттуда. Так, ну, а остальное, да, по-моему, вот это все уже, это мы покупали в Кракове. Вот такую красивую, да, я, в принципе, одеть могу. Это она мне очень нравится. Такая классная ветровочка. Она не только ветровка. Ткань приятная на ощупь. И плюс, я думаю, что дождь тоже, ну, не будет промокать, будет скатываться. Вот такая она. И красивая, правда красивая? Кстати, под эту ветровочку, это мне Рома кошелечек купил. А ветровка, получается, стоит где-то 90 злотых. Там 89-90, по-моему, так. Ну, по курсу сами уже пересчитывайте. Ну, под курточку не только пошли. Да, потом. Это уже потом, да, обувь. Я думаю, это потом обувь. Это тоже вот под куртку. Такие кроссовочки. Классные, лягусенькие. Ну, короче, супер. Очень красивые. Ну, фирма Спранди. Раньше были у нас они такие, помню, в 90-х. Спранди, реклама даже была. В Европе сейчас фирма так и есть. Спранди. Очень качественная, легкая, вообще невесомые кроссовки. И цена вот 99-99. Ну, короче, 100 злотых. Цена в различных валютах. Ну, очень классная. Держишь в руках злотых и... это 600, да, 600 чем-то, да? Держишь в руках получается. И чувствуешь, ну, качество, конечно. Не сравнить с откровенным Китаем, что у нас продают. Короче, примерно 650 гривен на наши деньги. Я округляю. Кстати, не написано, где оно произведено, где производится. Вот такая инструкция на различных языках идет. Ну, для Евросоюза все это дело делается. И производитель... Ну, Польша производитель. Дальше, это в этом же магазине, где куртку покупала, взяла сразу вот такой красивый гольфик. Очень 3C красивый. Магазин, да? CCC. Да, магазин. Да, CCC. Гольф... Кстати, уже начали разбираться в магазинах. Не все магазины доступны, опять же, по ценам. Есть брендовые магазины, но с доступными ценами. Понятно, что получается... где можно купить качественный товар и по доступным ценам. Ну, классный трикотаж такой тоненький, трикотаж классный. Вот, можно, в принципе, и зима, и весна, и прохладное лето. Ну, то есть, такая вещь. 37 и 95 злотых этот получается гольфик. Ну, красивый, очень красивый. Made in Turkey. Ну, это в одном магазине, да, мы купили в этом. Дальше. Купила себе еще вот такой гольфик. Люблю я такие всякие вещи. Он это уже другой магазин. Вот тоже это... магазин с доступными ценами и ну, с более-менее качественными вещами. Этот получается 19,99. Ну, короче, 20 злотых. На наши это, грубо говоря, где-то 110 гривен получается. Ну, за вообще такие фигня. Деньги, да, за ну, приятно. Деньги и...
класснючий. Такое качество. Вот такую футболку купила. Эта футболка стоит вообще смешные деньги. Это скидки там были в магазине тоже. Это другой магазин, я уже не помню название. А с открытыми глазами не было? Там разные были. Мне такая понравилась. Там все классные были. Прикольно. 9,99. Короче, 10 злотых. Это получается 63 гривны где-то футболка. Трикотаж приятный. То есть это хлопок, это не синтетика. Ну и такая прикольная. Так. Тут же в этом магазине нижнее белье я взяла. Вообще хочу сказать, что нижнее белье в Польше стоит дорого. Вот только в этом магазине название я не помню магазина. Мне на Пепси было похоже название какое-то. Что-то такое. Ну, я немножко взяла вот. Мне тоже приятно. Короче, как у нас магазины все по 5, там такой Пепко. Получается... Эту покажи, что она, производитель. Я искала, я не нашла. Вот я пыталась найти тут. Откровенно тут... не написано Made in Китай. Нету, я искала. Я хотела посмотреть вот специально. Ну, по качеству приятные очень. Нитки я не могу трехметровые не висят. Ну, ты ж видишь, что не висят. Получается, бюстгальтеры по 14, по-моему, 99. Сейчас найду. Да. Ну, 15, грубо говоря. 15. Злотых. Они все без, там нету, я смотрела. Вот, все красивые, красивые, классные, приятные, очень приятные на ощупь ткань. И, ну, трусики тоже я взяла. Трусики по 5 злотых получается. Ну, вообще тонюсенькие, очень приятненькие, класснючие. Тут же купила Роме трусы. По 10 злотых, там 9,90 что-то, 9 злотых. Ну, это получается тоже где-то гривен 65 на наши деньги. Ну, здесь же классный трикотаж. У нас такие гривен по 100 стоят. Вот такие трусы у нас где-то 100 гривен. То есть вообще тонкие там, где трикотаж, те получаются под гривен по 60. А вот хороший трикотаж, когда то у нас дорого. В этом магазине дешевом я еще пижамку взяла. Пижамку взяла, вот такую пижаму. С такие. Там были разные, но мне понравилась такая веселая расцветка с зебрами. Короче, шортики, не знаю, такая пижама, можно летом как костюм носить. Пижама, вот получается, 24, пижама 24,99, ну, короче, 25 злотых получается пижамка. 25 злотых это примерно 150 гривен. Не высчитываю до копейки, вы сами можете посчитать. Пижаму там взяла и вот такую вот ночнушку. Вот такую ночнушечку. Короче, брала уже все, что... Тоже 24. Все, что неправильно лежало. Я брала все то, что мне нравится. Дисней производит. Что... И то, что приятно по качеству. Ну, блин, классные. В Диснее, там, где мультфильмы же... делают, там и пижамы заодно. Да, носочки я там взяла. Потому что тоже... А, ты говорил мне, да, что носочки, носочки. Я сказала, обязательно куплю носочки. Купила вот себе носочки разные. Это короткие. Это вот такие чуть выше. И Роме носочки. Качество хорошее, приятное. И носочки получаются так, женские носочки по 5 злотых. А, и мужские тоже по 5 злотых. 5 злотых, 3 пары. Они шли по 3 пары. 3 пары, 5 злотых. То есть считайте сами дальше. Это все в этом магазине мы покупали. Дальше, что я еще купила? Штаны купила. Такие штаны... Мне раньше казалось, что я бы никогда не взяла бы красные это штаны. Это другой магазин. Это Зара. Это фирменный. Мы какая Зара? Это Зара. Вот, ресивит. Я тебе говорю, это в магазине Зара купили. Это ты значит, уже заблудилась. Я не заблудилась. Это в их магазине мы купили. Значит, кто-то мерил и забежал Нет. и скинул там бегом. Где-то есть ценник там. И там Зара, вот штаны там есть. И там. Они, получается, со скидкой, так они там были 100 с хвостом, а по скидке они были 39,99. Ну, короче, 40 злотых. Классный трикотаж такой. Сидят классненько. 250 гривен. Да, ну классные. Вообще они сели. В секонде таких не найдешь. Ну, может и есть, я не знаю. Вот. Ну, это ж не секонд. Нет. И вот там же я вот эту вот купила. Тряпочка. Это не тряпочка. Смотри, какая красивая. Вот как футболочка, кофточка. Тоненький, красивый. Вот, трикотажик. Тоненький, летний. Вот, светится. Он приятный. И вот это вот стоит 19,99. Короче, 20, пускай, злотых, это 65, это где-то 130
Ну, 130 пускай будет гривен. Ну, у нас за 130 ты не... 2 литра пива. Я не знаю, сколько пива стоит. Нормальный мужик бы взял бы пиво и рыбу на эти деньги. Вот ты же у меня нормальный, купил жене блузочек красивых. Давай дальше. Мне нравится, смотри, какая красивая. Да. Вот такая красивая кофточка. У нас полосатеньких уже набор. Где? Покажи. В другом шкафу. Нету. Вот это Зара уже идет. Made in Bangladesh. В первом магазине в Зару зашли. Их там много вот разных же. Помнишь? Mm-hmm. И в том. Но вот эту я не нашла цену там. Ну, короче, брали мы тоже все недорогое. Где-то, я так думаю, что 40 злотых. Не хочу врать. Где-то, может быть, на видео и видно, когда покупала. Вот эту не нашла. 200, до 250 гривен. Ну, тоже класснючая кофта. Вот, но эту надо одеть, чтобы увидеть, так ее не видно. А это что, кольчуга? Нет, это красивая такая кофта, давай одену, покажу. Это мне главное. Красивая. Ну вот людям интересно увидеть, как она сядет, вот да. Ну, не знаю. Вот, какой красивый рукав, интересный. Вот такая. Мышиная. Да. И цена этой кофточки 39,99. Ну, короче, 40 злотых. 6,4, 24 там. Ну, и плюс где-то 200 там. 70, да, получится? Где-то так примерно. Кофточка классная. Две бутылки водки. Ну, и... А, ну, эта кофточка, это уже не с Польши. Это уже понесло, это уже... называется. Понесло уже и в Не понесло, надо красиво. И это Турция у нас с этого... Не знаю, может, и есть где-нибудь такое что-то. Короче, Турция тут обалденнейший трикотаж. Короче, смотрится она тоже очень красиво. Угу. И я ее просто, когда увидела, я ходила, думала про нее. Ну, цена, конечно, уже. Ну, 1200, да. Ну, кофточка красивая. Мочина. Хочу сказать, что вот кто ближе все-таки туда границы, у них вещи поинтереснее. И ну, вот в магазин заходишь, ну, ближе к там... людям, где живут ближе. А мы да. В своем племени здесь, конечно, отсталом. А это и все мое, что ли? Так мало? Да если бы нас на границе начали осматривать... Можно нас бы могли задержать за контрабанду. 500 евро на человека разрешается, поэтому тут 500 евро нету, а на двоих это 1000. А здесь 2000 евро есть. Короче, остальное, ой, Роми, а не, мне ботиночки, вот я их, они не в упаковке, они, я их уже обувала. Вот такие. Она их прямо в магазине обула. Не надо, не обманывай. Я не прямо в магазине, но они вот классные. Главное, что обувала. Подошва хорошая для нас, для города Кропивницкого, где бездорожье, где нету тротуара. Удобные, классные. По грязи буксовать ходить. Они то, грязные, не трогай. Это я их обувала. Что я ей предложил из-за протектора из вездеходного. В Украине, в городах, вот как у нас Кропивницкий, где нету дорог и тротуаров, такие ботиночки, то, что нужно. Ну, короче. Ну, и если в говно встал, не видно, цвет желтый одинаковый. Дальше. Это уже Роме пошло все. Товары. Такая вот рубашка. Рубашку покупали под штаны. Вот. Такая. Матрас. Матрас. Ну, такой вот приятный. Сказала котон. Мне штаны покупать. Надел штаны, потом смотрю, рубашка, одел рубашку. Ну, и оно все так классно и решил смотрится, купить. Да. Ну, и все, в общем-то. Рубашка получается... Зара. 59 злотых рубашка. А штаны 140 злотых, 139. Ну, все классно, все качественно. Вот эти 140 округлять там. Сидит нормально. Да, все красиво очень. Садится все и хорошо. Тоже, туфли мы потом, да, тоже? Ну, сшито такие. На людей, на нормальные людские формы. Не как у нас одеваешь, и то жопа висит, то коленки висят. Ну, красиво, висят, да, то... Вот такие туфли еще Роме купили. Это какой-то... Легкие, классные такие. Тоже бренд польский какой-то. Туфли, получается. Опять же, не шиковал, брал по доступной цене. 179, вот, польские. 180 умножить на 6,5 будет в гривнах. Ну, они легкие такие, ну, прям классные. Ну, кожа, угу. Не кожзам, кожа, да, и вот, подошва хорошая, прошитая, было. Вот все. Чтобы можно было вот увидеть, что это за материал, вот, ну, на кожу похоже. Прошитая, в общем-то, классно вот такой. Тоже не помню, в каком-то там магазине обувном куча доступной обуви. Эти взяли. Да, и Adidas, по-моему, тоже там брали. И Adidas там же брали, да, тоже. Да, мы взяли Adidas кроссовки. Можно было Adidas взять в фирменном магазине, но
посмотрели, именно не было 43-го еще с размерами, как бы непонятно, 42 и 44. Размер там нету такого, что у вас там нога 42, а вам подходят 46. У меня 43, 43,5, 43 подошел четко. Ну и опять же качество. Настоящий Adidas, классика. Тут же заехали мы потом специально, когда уже вернулись в Украину, зашли в Ужгород, в магазин Adidas-овский, и увидел я точно такие кроссовки. Разница в цене 900 или 1000 гривен. 900 там с хвостом было. Ну, то есть можно еще одни взять за стоимость наших в Украине. Ну, вот там получается, ну, грубо говоря, 200 злотых. Опять же, этот Adidas производится, Adidas не весь производится в одной стране, там в Китае. Есть Adidas производится для европейских стран, более качественно делают Adidas. Made in Vietnam, вот. Не Китай, а Вьетнам. Ну, эти штаны мы уже показывали, это мы покупали в Закопане, вот эта фирма Dakar. Ну, может быть, кто-то не смотрел предыдущее видео, цену там все мы рассказывали, показывали в прошлом Diverse видео. Магазин, и, как они сказали, спонсоры, они Дакара. Такой я купил вот набор, Dakar. Да, это как она называется? Батник такой. Худовка или толстовка? Толстовка, батник. Тоже Диверс. Да, тоже Dakar. Приятное. Ну, классно сидит сразу, с первого раза одел, и да, как и бы оно подходит. Ну, это дальше, это говорит о том, что ну, качество шьется на людей, шьется. По лекалам, по правильным, нету такого, что руки длиннее, чем ноги и там все остальное. И такую футболку, Рома. Увидел уже напоследок такую футболку, интересно. 129,99. И что мне нравится, что не искусственная футболка, а именно из того материала, который дышит. Да, много футболок одеваешь, и такое впечатление, что ты идешь в полиэтиленовом пакете. Вот эти футболки вообще сразу попробовал материал. Не знаю, здесь, наверное, будет держать, конечно, вот эта наклейка. Ну, это такое дело. Короче, это... И в дешевом тоже, в том, где Света себе трусов набирала. Да я не помню цену. Увидел. Ну, там все недорого, да. Ну, кстати, качество тоже хорошее. Вот оно дешевое, но качество хорошее. Вот такую кофточку тоже купили. Это фирма тоже. Она не из дешевых, но 69,99. Ну, короче, 70 злотых получается. Но качество, да, классное такое. Там есть один магазин, где наряду вот Montego, Boss, Nike, Lacoste. Да. Все вот так идет прямо... витрины, то есть это выбираешь себе из контейнеров. Еще забыли показать самые крутые. Ну а это... А это просто захотелось. Просто захотелось. Кожа красная, легкие. Сидят отдел, вообще сидят отлично, но сразу на ногу. Рома думал. Под красное можно, под красный верх одевать такие. Цену не будем говорить, а вы напишите в комментариях, кому интересно. Тоже... Вот фирма Reserved. А цену, как вы думаете, сколько могут стоить вот такие вот красные гламурные кроссовки? Напишите в комментариях. Поэтому, если соберетесь ехать, по крайней мере, в страну Евросоюза, такую как Польша, отдыхать. Да, вещи с собой не надо набирать. Не набирайте с собой, во-первых, вещей, ну и рассчитывайте на то, что, я думаю, шопинг вас не обойдет. Много скидок там, и люди даже, насколько я поняла, высматривают, где в каких магазинах скидки, и в эти дни идут и покупают. Мы этого не знали, как бы первый раз увидели. Надо присматриваться, приспосабливаться, где лучше купить, как лучше купить. Ну, также мы продуктов много набрали для пробы, и нам там тоже очень все понравилось. В общем, довольны. На сегодня все. Оставляйте свои комментарии по этому поводу. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Романа. Также ссылки есть на канале у нас на Инстаграм. Там мы выкладываем много фотографий своих путешествий. Ну, кроме того, что видео, можно посмотреть еще больше. Фотографии быстрее выходят, потому что это сразу в онлайне. Видео уже монтируется после. Ну, да. Поэтому очень много специально для вас делаем фотографий и выставляем на общее, так сказать, обозрение и на ваше обсуждение. Всем удачи и до следующих видео. Пока-пока.